своей публикации глава китайского государства призвал к совместной работе ради лучшего будущего для обеих стран. Высоко оценил усилия двух правительств, направленные на решение пограничных вопросов. Си Цзиньпин призвал обе стороны обратить особое внимание на четыре аспекта. Долгосрочное стратегическое направление, взаимный обмен опытом, увеличение интенсивности контактов, создание механизмов дружественного диалога по ряду вопросов. В этом году обе страны отметят 65-летие установления дипломатических отношений, а торговый оборот между ними вполне вероятно достигнет 100 миллиардов долларов.